Друзья, Кисловодский рынок, и вот какие вкусняшки вы можете здесь накупить. Все маринованное, очень вкусное. Кто пробовал, знает, какой это вкус. И корейской моркови, и вот баклажанчиков вот таких маринованных. Очень все вкусно, просто пальчики оближешь. Всевозможно, кетчупы, соусы. Вот, пожалуйста. Все это сделано своими руками. Здесь люди, которые живут в Кисловодске, они все... Абхазия сюда также привозит очень много продуктов. Грузия, Армения. Смотрите, как сколько всего овощей, фруктов местных. 50 рублей яблочки, друзья, килограмм. Зачем нам нужны эти польские яблоки, когда у нас все есть свое, натуральное, вкусное? Так что, друзья, не страшны нам никакие санкции. Дай Бог всем народам, суверенным и нашей стране процветания.